500 женщин, мужчина, 500 женщин, мужчина. Дым на всех, дым на всех, дым на всех. 500 женщин, мужчина, 500 женщин, мужчина. Дым на всех, дым на всех, дым на всех. 500 женщин, мужчина, 500 женщин, мужчина. Дым на всех, дым на всех, дым на всех. 500 женщин, мужчина, 500 женщин, мужчина. Дым на всех, дым на всех, дым на всех. Что эти технологии, могут прийти в наш мир тогда, когда все люди на планете одномоментно смогут повысить свой моральный нравственный рост, когда вот эти технологии будут направлены не во вред, не на убийство друг друга. Абсолютно с вами. А на, соответственно, каким образом? Значит, я подумал, какие события существуют в стране? В стране либо это какие-то сильные катастрофы, гибель людей и протокольное выражение соболезнований, либо это президентские выборы. Mm-hmm. Я попробовал баллотироваться, понял, как работает тотальная цензура, и отсюда родилась идея, что важна не личность, а важна идея. Необходимо, чтобы как можно больше кандидатов в президенты были под одной программой. Каким образом это реализовать, кажется, если у нас нет денег? Каким образом можно заинтересовать простую человеческую мотивацию и инициативу? Ставку я делаю на женщин. Женщины не любят науку и не любят политику. Наука слишком скучна, политика опасна. И по тем и по одним пунктам женщины не хотят заниматься этими вещами. Значит, я рождаю такую креативную идею, что женщины видят ту ситуацию, которая на планете, не совсем согласны. Женщины показывают своим поведением, что им не нравится. Женщины не хотят рожать в этот мир много детей. Это как фактор. Берем не отсталые страны, а хотим мы что-то изменить. Ну, допустим, выиграли мы выборы внутри одной России. Россия — это 140 миллионов, а на планете 7 миллиардов. Соответственно, наша задача, каким образом 140 миллионов развить на 7 миллиардов. Опять эфир? Я уже завершаю, подхожу к завершению. Каким образом нам 140 миллионов инфоповод сделать так, чтобы это разошлось на 7 миллиардов? Читаю законодательство. Для того, чтобы баллотироваться в президенты, начинается все с инициирования, с инициативной группы 500 человек. А у нас разве не стоит задача обратная? У них сил на планете сократить численность населения? Мы не будем обсуждать, я не уложусь в ту минуту, которую вы мне дали. Угу. Есть разные варианты. Это есть свобода выбора. Мы можем либо пойти к деградации, либо нет. Если стадо... Каким образом при отсутствии капитала сделать инфоповоды, чтобы абсолютно все средства массовой информации показывали это на своих каналах? Рассказываю. Значит, сначала нужно найти доступ к мотивации к женщине. Женщины говорят: ты нас толкаешь в политику зачем? Ты хочешь за нами спрятаться? Я говорю: нет. Ты хочешь, чтобы мы пошли на баррикады? Нет. А что мы должны делать? Мы можем только петь, танцевать, веселиться, готовить. Вот это вы и будете делать. Что нужно? Значит, не кандидат возникает, и под него формируется команда 500, а говорится, что женщины, вы, объединившись в группу 500, всего лишь в группу 500, получаете возможность получить своего собственного кандидата в президенты. Когда идея начинает овладевать массами, мы можем 500 женщин собирать в любом населенном пункте благодаря вот этим гаджетам. Когда у нас есть первая группа 500 женщин, у нас формально возникает повод через творчество, создание медийного проекта, обратиться к Нобелевским лауреатам, к жене Си Цзиньпиня, поддержать проект светлого будущего «Рай на земле». И для этого в кино, чтобы снялся... Так ощущение, что вы сейчас про нас просто говорите и все, вот конкретно про то, что делаю я. Значит, механизма 500 женщин нет. Нужен очень маленький, точечный фрагмент, каким образом власть поймет, что инициатива уходит из них из рук. Потому что либо они отключат интернет, либо женщины в каждом населенном пункте создадут группу по 500, и с ними ничего будет нельзя сделать. Потому что ликвидация того или того кандидата в президенты ничего не даст. Женщины просто нового выдвинут. И все. Соответственно, такая политическая франшиза нигде в мире реализует искусство заявить вот этот фантазийный образ будущего. И сказать: мужчина, мы не ради себя это делаем, это все только в синергии с мужчинами. Поэтому мы объединяемся в 500, а вы будьте любезны, свои кандидатуры мы... Значит, если мы... Я просто поражена. Вы же слышали, да, что я говорила буквально несколько минут назад? Вот я просто... это как вообще? Вот ровно, фактически, вот ровно эти слова же я и говорила. Только я не просто говорю, я еще делаю это.
Ну, мы все делаем. В общем, всегда в любом действии важна некая драматургия. Вот если у вас есть драматургия, которая захватит... У нас такая драматургия. Ну, если есть, вы убеждены, чем помогать? Нет, ну скажите, что вы делаете. Я знаю, что я делаю. У меня почему-то конференция не запускается. Я знаю, не то, что знаю. У меня, я даже вам сейчас буклет оставлю, это написано, что я делаю. А вы что делаете? Мне очень нравится, что вы говорите. Более того, мы это делаем. Просто эти женщины, как бы 500, у меня там гораздо больше через меня прошло. Я их не фиксирую. Как еще раз, я вам говорю, значит, власть очень любит схемы. И женщина, когда вот у вас очень... Когда у вас очень много женщин, женщины говорят: рай, нам нравится рай. А какие шаги конкретные? 1, 2, 3. Ну, общественные действия, всероссийские шоу, это все вне политики, еще раз. Вне политики. Еще раз, мы живем в игре, где согласованы определенные правила. Есть люди, которые говорят: мы против политики, мы против общества, мы хотим дистанцироваться, сделаем свое. Угу. И это получается невозможно, потому что если нас меньшинство, если нас пока большинство не поддерживает, получится, что мы меньшинством хотим изнасиловать большинство. Мы должны создать условия, тогда, когда вот ваши пункты вот перечислены, да, большинство тотально все говорят: мы ознакомлены, мы это поддерживаем, и вот теперь это наш... Это есть моя задача. Ну... Из Москвы выйти за... другие города, потом другие страны. Ну хорошо, вы сколько лет этим занимаетесь? 8. Вот я 15. У меня за спиной 15 тысяч видеосюжетов снято. Нет, а какое ваше предложение? Я же только за. Объединиться под проектом 500 женщин. Не объединиться. Я вам просто рассказал, поделился. Мне сейчас задача не вас не завербовать, там еще что-то. Я с вами поделился. Вы что-то делаете, ведь мы друг другу... ученик и учитель. Ну, каждый друг друга является учеником и учителем. Вы занимаетесь общественной деятельностью. Таких общественных деятелей в стране десятки тысяч, которые топят за мир во всем мире и против всего плохого. Если не ставить задачу победить на выборах и выдвинуть своих представителей в органы исполнительной и законодательной власти, то это напоминает кампанию импотентов, мечтающих. Скажите, о деторождении. Партия фактически. 500 женщин. Не важно, как он называется. Мы сейчас уходим в детали. Это не важно, как. Сейчас, на этапе вот первого разговора, это не важно, как будет называться. Сейчас важно. Вот самая главная мысль. Еще раз, вы не слышите. Вы пытается. Что? 500 женщин? Конечно. Так, все записывайте. 8-926. Вас зовут еще раз? Ярослав Старухин или Рыбаков. Выяснилось, что моя фамилия Рыбаков. В смысле? Это как это? Ну, Рыбаков, наверное, родители скончались, остались дети. И когда была перепись там при царе Горохе, это откуда внутри России, то есть откуда планетарный проект? Я переслала всю информацию. Нет пророка в своем отечестве. Мы не сможем. Значит, мы не сможем внедрить информацию на 140 миллионов. Отсюда, из этой точки. Но если в Китае выйдут инфоповоды и будет несколько миллиардов просмотров на ключевую тему, что внутри России женщины подняли вопрос о рае, и коммунистическая партия Китая сказала: так вот они, и социализма. Соответственно, все медиа-агентства будут распространять то, что стало новостью номер number one в Китае, и, соответственно, эта волна накроет и глобальную волну. Нет пророка в своем отечестве, вот оно и реализуется, что да, нету, оттуда придет эта волна. Ну, смотрите, вы как мужчина, вы как раз создаете систему, да, причем с очень серьезными перспективами. Вот. А я как женщина, я наполняю контент. Потому что я вас уверяю, сюда придут любые женщины, они таких бед натворят вам, что ад будет на земле, а не рай. Поэтому я знаю, как это сделать, чтобы туда пришли те женщины, которые действительно создают рай. Конечно, но если вы строите систему без мужчин... Какой-нибудь без мужчин? Какой-нибудь без мужчин? Надо показать. А здесь в архитектуре 500 женщин – мужчина, 500 женщин – мужчина. Дым на всех? 500 женщин – мужчина, 500 женщин – мужчина. Дым на всех? Дым на всех? Дым на всех? 500 женщин – мужчина, 500 женщин – мужчина. Дым на всех? Дым на всех? Дым на всех? 500 женщин – мужчина, 500 женщин – мужчина. Дым на всех? Дым на всех? Дым на всех? 500 женщин – мужчина, 500 женщин – мужчина. Дым на всех? Дым на всех? Дым на всех?